Итак, мы на экваторе находимся. Там впереди меня север, сзади меня юг, справа восток, собственно, слева запад. Сейчас мы пошли проверять, насколько воронка где крутится, в какую сторону. Потому что на севере она должна крутиться по часовой стрелке, а на юге против. Сейчас мне это прямо продемонстрируют на воде. Смотрите. Окей? Okay? Yeah. First I put the water. Yeah. And then I put the indicator. Yeah. Итак, вода закручивается по часовой стрелке. Мы находимся на севере. And I can turn it back and see. Yeah, I can see. Да, мы пытаемся перевернуть в другую сторону, но она опять крутится. Also the toilets in the north, when you flush the toilets, goes clockwise. Yeah. In the south, yeah. Anti-clockwise. Yeah. I see. Good. Okay. Let's go and see the south. Yeah. Пошли проверять, что происходит на юге. Вот это все еще экватор. Я себя, естественно. Yes. Прошли 20 метров в другую сторону. And then I put again. Наливаем ту же воронку, ту же воду. Ставим спичку. О боже! Она пошла против часовой стрелки. It's great! Yeah. And if you move from here, a few meters ahead, yeah, the water goes very fast. Yeah. And between the sign and here, the water moves slowly. Okay. So let's go and see the equator, please. Да. Пошли смотреть, что происходит в самом центре экватора. То есть вот под этой надписью. Высота 2270 метров над уровнем моря. Итак, находимся над самой стрелкой. Okay. Yeah. Наливаем воду. Вода стоит. Вау! Yes. And then It's I can, cool. And then I can turn it round and see. Будем пытаться ее раскручивать, но она не хочет. Вода просто уходит no. вниз. Or the other way round.